В чем мудрость Красного моря? Что означает разделение Красного моря пополам? Друг мой, друг мой, друг мой, если я расскажу про это, то проведешь бессонные ночи. Слабо вам не спать несколько дней? Завтра вам идти на работу. Но если скажете, конечно же, учитель, ничего не произойдет, если останусь бессонным. Тогда расскажу вам до утра, а на завтрашний день отоспимся несколько часов, а затем снова расскажем. Хорошо, уважаемый учитель, тогда спросим вас еще о другом. Sayın hocam, peki lütfen anlatır mısınız Odysseus yayını? Hiç kimse gelemez. Bir tek Odysseus gelir ve Odysseus'un evinde 108 kişi vardır. Odysseus hepsini öldürür. Nedir bu 108 kişi? Nedir bu yay gelme hadisesi? Şahmaran diyorlar, onun bununla bir alakası var mı? Şahmaran ne? İlaç kutuların üzerinde çok çift sarcımlı yılan mı ne? Ramayana destanındaki yay hadisesi ne? Manas destanında neden Manas Anka tarafından büyütülür? Hocam elma, elmayı anlatın. Kırk dalına hakkında biraz daha bilgi verin lütfen. Что такое Атлантический океан? Что такое Пегас? Что такое дракон? Что такое изумрудный феникс? Про это расскажу потом. Учитель, расскажите про лук Одиссея, что никто не может натянуть тетиву, только он может натянуть тетиву, что у него дома находились 108 человек, и он убьет их всех. Что это за 108? Что за натягивание лука? Говорят, есть ли какая-нибудь связь с шахмараном? Что такое шахмаран? Что означает две вьющиеся змеи на рисунках в коробках от лекарств? Что за случай с луком в эпосе Рамаяна? Почему в саге Манасе Манас был воспитан фениксом? Учитель, яблоко? Объясните про яблоко. Дайте, пожалуйста, больше информации про гору Каф. İyi de kaç günün var? Kaç gününüz var? İşiniz gücünüz var yarın. Bir zamanlar benim de işim gücüm vardı. Valla 22 yıl öğretmenlik yaptım. Yaklaşık 5 yıl 6 yıl önce ayrıldım. Sabah işe gidiyorum, artık sabah işe gitmiyorum. Sabah mitoloji dersleri veriyorum. Daha güzel. Mesai anlayışı yok. Bir de orada ben lisede edebiyat öğretmeniydim. Hep de şundan sıkılırdım. 22 defa birinci sınıfları, ikinci sınıfları, üçüncü, dördüncü sınıfları okutuyorduk. 22 defa aynı şey. Aynı kitap, aynı kitap, aynı kitap. Хорошо. Только сколько у тебя есть дней? Сколько у нас есть дней? Завтра у всех есть работа. Когда-то у меня тоже была работа. 22 года я проработал учителем и приблизительно 5 или 6 лет назад оставил работу. Утром ходил на работу. Теперь утром не хожу на работу. Утром я преподаю уроки мифологии. Я поменял сферу деятельности. Это еще лучше. Нету понятия, как рабочая смена. Я был учителем литературы в лицее. Мне наскучило 20 раз подряд рассказывать одно и то же нескольким классам. Рассказывать одну и ту же книгу много-много раз. Ya şimdi ne yapıyorum? Çok daha ötesine.
Her gün yeni bir kitap, yeni bir kitap, yeni bir kitap yazıyorum anlattıklarımla. Hatta o kadar çok kitap yazıyorum ki, o kadar çok kitap anlatıyorum ki o kitapları yazmaya zamanım yok. Ve şunu söyleyeyim size, artık kitap devri bitti. Kitap devri bitti. O yüzden Yüce Allah Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme ikra dedi. Yani oku dedi ama okuma bilmiyordu. Yani olayın alfabe olduğunu, olayın özünün kitap olduğunu unutun. Olayın özü kitap olmadan kitap olmak demek. Kitap olmadan kitabı okuyabilmek demek. Kitap olmadan kitap yazmak demek. Bunda başka programımızı söyleriz. Burada kaldı. Refik Korkmaz hazinelerinin son dakikası. Избавил себя от кручения Юлая. А сейчас чем занимаюсь? Сверх больше. Каждый день пишу книги про то, о чем рассказываю. Даже так много рассказываю про эти книги, что не хватает времени писать книгу. И хочу сказать вам это, что время книг прошло, эпоха книг прошла. И поэтому Всевышний велел пророку Мухаммеду, саляту салям, читать. Но он не умел читать. Забудьте суть алфавита и книги. Суть истины — это, являясь книгой, не быть книгой. Это означает уметь читать книгу, не умея читать. Написать книгу без наличия книги. Про это мы расскажем в другой программе. Здесь оставим. Последняя минута сокровищ Рефика Корпмаза. Şu iki saat süreyi her bir nano saniyesine nasıl hazinelerle doldurduk? Nasıl? Var mı iki saat boyunca bu derin hazinelerle karşımızda konuşmuş bir insan? Mitolojiyi bilmiyorlardı. Mitolojiyi bilmeyince neymiş insan? Mitolojiyi bilince neymiş insan? Mitoloji. Allah seni iyi ki yarattı mitoloji. Ve ben olmasaydım, sen olmasaydın, bizi dinleyen dost siz olmasaydınız, nasıl çıkardı mitoloji karanlıklardan aydınlar? Смотрите, как мы наполнили каждую микросекунду двухчасового времени сокровищами. Есть ли человек, рассказывающий глубокие знания в течение двух часов? Не знали мифологию. Каково, когда человек не знает мифологию? Каково, когда человек знает мифологию? Мифология. Хорошо, что Всевышний создал тебя, мифология. И если бы не было меня, если бы не было тебя, друг, который слушает нас, если бы вас не было бы, как бы мифология вышла из тьмы на свет? Hepinize mitolojik selam diyormuşum buradan. Hepinize diyelim ne olmuş? Hepinize mitolojik selamlar. Hepinize mitolojik saygılar. Bana ilk defa kullandığım kavram. Hakikat ötemiz sonsuz. Kapatmadan önce bana bu güzel sohbeti etme fırsatı verdiği, bu ortamı oluşturduğu için Zuhal Atasoy Dalman ve eşi Ömer Bey'e ve teknik destek için Nedim Bey'e ve bu televizyonun her bir aşamasında emeği geçen her dosta ve bizi izleyen her dosta selamlar, saygılar sunuyorum. Gökten üç elma düştü, yuvarlandı. Bu elmalardan
herkes hakkını düşen aldı. Bir sonraki programda yeniden gökten elmalar düşürmeye. Hakikat ötemiz, sonsuz. Tam 00:00 ve arkadaşlar, size selamlar, saygılar. Instagram'daki arkadaşlarımız, selamlar, saygılar. Şunu yapabilirsiniz, hoşunuza gittiyse sağ altta uçak resmi gibi üçgen var. Tıklayın, istediğiniz arkadaşınıza bu hazineyi gönderin. Arkadaşlarınızı hazinesiz bırakmayın. Bir hazineden sesleniş. Приветствую всех с мифологией, как бы говорю вам. Скажем, что будет от этого. Приветствую всех с мифологическим приветом. Приветствую всех с мифологическим уважением. Это приветствие, которое я использую в первый раз. Пределы, правда, бесконечны. До того, как завершить программу, хочу поблагодарить за возможность этого прекрасного разговора, за создание этой атмосферы. Зухаль Атасой Далман и ее мужу господину Омеру, и за техническую поддержку господину Недиму, и всем тем, кто был в процессе этого эфира телеканала, и всем друзьям, кто смотрел нас. С неба упали 3 яблока и скатились. Из этих яблок каждый взял то, что ему по праву. До следующей программы с пожеланием снова уронить яблоки с неба. Хакикат Отемисон Сус. Сейчас время ровно 00:00, друзья. Всем привет. Привет и уважение. И друзьям с Инстаграма тоже. И если вам понравилось и захотите отправить это видео своим друзьям, отправьте. Не оставляйте друзей без сокровищ. Это призыв от сокровища. Дорогие друзья, приветствую вас с уважением. Я Абадан Мурадова. Я активный практик и интегратор 1, 2 и 3 модуля системы Рефика Кортмаза. Язык и чувство. Если вам надоело жить в монотонности, если ваша жизнь в мечту, тогда приглашаю вас пройти курсы дорогого Рефика Кортмаза. Язык и чувства подсознания. Онлайн у меня, Абадан Мурадовой. Мой номер. Приветствую вас с уважением. Я Абадан Мурадова. Я активный практик, интегратор 1, 2 и 3 модуля системы Рефика Кортмаза «Язык и чудеса подсознания». Если вам надоело жить в монотонности, если у вас есть сложности в жизни, вы хотите изменить, улучшить все сферы вашей жизни, хотите легко и эффективно находить правильные и действенные решения ваших проблем, быть полезными себе, семье, родственникам, друзьям и природе, и сделать так, чтобы подсознание наконец-то начало работать на вас, превращая вашу жизнь в мечту, тогда приглашаю вас пройти курсы дорогого Рефика Кортмаза «Язык и чудеса подсознания». Онлайн у меня, Абадан Мурадовой. Мой номер. +90 552 469 0900. Lütfen 0552 469 09 0'ı arayın. Şiir ötemi sonsuz.